А, эти визоры неправильно работают. Может, позвоним Донни? Проблема не в визорах, друг. Мы обыскали каждую щель. Караи точно здесь нет. Давай проверим в последний раз. Ну что, начнем собрание. Свинья и носорог. Отлично, я знаю, чем заняться и кому задать жару. Караи все еще там. Может, тут есть вход подобный? Так. Товарищ Зак дал верные сведения. Черепаха здесь. Последнее слово, которое она мне сказала, было «комета». И что это могло бы означать? На нас летит гигантская комета? Земля обречена? Скорее похоже на название. И странный друг человек. Ох, еще мутант! Смотри, он радиоактивный! И очень сильный! Может, она там прячется? Донни нашел три места, в названии которых есть комета. Ди? Есть комета чистоты на Бликер-стрит. Вот здесь. «Земляне против пластунов с кометы» — новый фильм в кинотеатре вот здесь. И еще «Американские горки. Хвост кометы» в парке на Кони-Айленд вот здесь. Одна из этих точек может быть ее убежищем. День независимости. Салют не опасен. Теоретически. Ого, давайте я проверю «Американские горки». Пожалуйста. Давай, Лео, назначь меня в парк. Донни и Эйприл, займитесь кометой чистоты. Тогда посмотрим, что ты скажешь об этом. Гунгала! Понял, тоже не сработало. Ты, Раф и Кейси, вам достается кино. А мы с Микки отправимся на Кони Айленд. О, как круто! Спасибо, Лео. Нет, Кейси! У меня сейчас как раз есть три дозы ретромутагена. По дозе на команду. Следующий появится еще очень нескоро. Раф! Очнись, Раф! Вставай! Иными словами, зря не тратить, понятно? У Караи уникальный организм. Нет никакой гарантии, что мутаген на нее подействует. Все равно стоит рискнуть, Донни.